Зашел в парикмахерскую как клиент, а вышел как грабитель. В Тирасполе мужчина пришел в салон на Балке. Решил постричься, ему отказали. Посетитель взял со стола фен, ножницы, распылитель и черный коврик и убежал. Через несколько часов его задержала милиция. Девочки говорят, что один отвлекал. Спросил, типа, ну можно ли подстричься, а второй в этот момент зашел в тот зал и просто что увидел, что то и схватил, получается. Да. Привели одного задержанного. Я его только с улицы видела, что он говорил, что типа он подстричься, хотел спросить. А потом уже и второго, у него уже в руках были мои инструменты. Грабителем оказался ранее судимый 43-летний тираспольчанин. Он пояснил, инструменты украл, чтобы продать. Теперь злоумышленника ждет 4 года тюрьмы.